Теперь изменения. Я число 14 заменил на какое-нибудь большее, например, на 15. Представьте, что есть на доске 15 крестиков с тем же самым свойством, что на любой вертикали есть хотя бы один крестик, на любой горизонтали есть хотя бы один крестик. Задача. Среди них обязательно есть лишний. Докажите, что если на доске есть 15 крестиков и ни одной пустой вертикали, ни одной пустой горизонтали, то на самом деле хотя бы один из этих крестиков лишний.